Итак, небольшой тест. Делаем линк на рабочий стол в айфоне. Значит, это мой iPhone. Что, выбираем камеру. Где теперь там камера делась-то? А, вот. В iOS 11, то есть в последний, сделали так, что в обычном там самом фотоаппарате теперь есть встроенный QR-ридер. Теперь не надо его устанавливать отдельно. Значит, я вот навел на QR-код, и у меня сразу показалось открыть latgon.com в Safari. Я нажимаю открыть. И теперь внизу нажимаю кнопку вот посередине Share. И добавить на рабочий стол. Все, добавить. Значит, что я получил? Вот внизу справа. Вот она. Внизу справа. Логотип, то, как выглядит иконка, ее можно задать. То есть, так как она у меня не задана, то оно сделало скриншот и уменьшило его, врезало в иконку. Снизу подпись тоже, она подписывает так, как тайтл сайта. И, соответственно, при нажатии я попадаю вот в такой без окна браузера. Просто сайт, открытый на весь экран, как приложение. Соответственно, интерфейс как будет выглядеть. Так как сайт разрабатывался, естественно, как сайт, мой сайт, то он не сделан, чтобы он был статическим. То есть он загружался только что с интернета, а можно было сделать так, чтобы он был уже подгружен. Ну, первый раз подгружен и потом все время находился на телефоне. По большей части. Ну и вот. Вот он работает как приложение. Понятно, что он не выглядит в данном случае как приложение, потому что он и не задумывался, поэтому он внешне выглядит не так. Но в целом технология работает вот так. Это просто, чтобы ознакомиться.